Вот у меня гули. Это сегодня 3 апреля 2019 года. В ограде уже почти растаяло, все снег вроде разбрасывает. Вот. Так и кошек пошел кормить. Там трапезные. И вот это у нас щиты большие. Это мы на большие машины. Ну, прицеп по машине, как бы сказать, такая долгуша. Это сейчас я могу даже сказать, сколько метров. Раз, два, три, четыре, ну, 6 метров, 6-метровые доски. 3, 4, 5 досок, поперечинки, ну, тяжелая, центнер от 2 весит это. Ну, и вчетвером обычно перетаскивали. Я вчера гляжу, это, а их утаскивают вот сюда вот, где снег, катушку делали, чтобы снег там был. А щита нету. Куда же делся щит-то? Гляжу, а он на месте стоит, он там у стены. Это Володя его утащил. Как ты сделал один-то? Я жаловаться на него буду. Что несет, ему нельзя поднимать, мог не подозвать где-то. А он никаких даже говорит. Ну ладно, я говорю, тогда. Не мог дождаться. Он говорит, а я вторую эту потащу. Ну и как ты потащишь? Вот он показано как. Так. Шиферинка мешает убрать. Вот так вот это. Таких людей называют букаш. Тут как букашка маленькая. А это вот такая машинка. Вот так вот. Ну тут у нас что? Калина. Калина красная. Вот я осенью тут выбирал, руки морозил. Все уже как растаяло. Быстро-быстро. Тут снегу столько было, много. И все. Нет, вот. Там совсем немножко осталось где. Ну и горка. Горка. Сегодня у нас среда. Вот он что сделал. Принес вот такая вот здесь колесики. Вот, вот, вот показать. Скажет, а что не помогал? Он не дает. Я говорю, тогда давай показывай, что ты будешь делать с ним. Вот он ставит две. Голь на выдумку хитра. Вот что делается. Ну тут было полегче. А? Тут полегче было, он вот так был наклонен. Легче было перетаскивать. Ага, ты и так ложишь. Вот видишь, что. Выброшенные коляски тут нашли. Кто-то выбросил. Когда-то, может, она хорошая была. Это тоже 5 досок. 5. Это такой же щит. Вот он надо положил на эти. Еще же он будет делать дальше. Я ногой хоть налегу. Не туда пошел, на колесико сломай там, гляди, загнуло как. Володя, колесико сломало там. Нет? Согнуло его. Колесико. Ох. Ему развернуть вот надо тут. Понятно, что делается. Вот я говорю, покажи, как ты это делал. Крючок зацепился у совней. Вон он. Вот это да. Ну, а тут-то уже можно догадаться, что будет.
я знаю, будут осуждать, скажут, снимают, а нет, помочь бы где-то. Ну, уже одну утащил, он, это вам охота показать, как он делал, видишь, выравнивает. Угу. Теперь палку берет. Ногами щурку подталкивает. Вот смотри, что делает. Доска на месте. Плати, хозяин, зарплату. Как у одного барина был, говорит, огромный камень там на поле. Он не мог убрать. И, наконец, крестьянин один договорился за корову. А что он взял, говорит, и только никто, чтобы не видел. Он ночью пришел, три сына у него, они давай копать яму, а потом потихоньку подважили яму, столкнули, заровняли, посыпали. Пришли, камни нигде, куда утащили, по окрестности везде смотрят, так и не нашли, куда он камень делал, а камень под ногами. Все. Вот с какой скоростью что убрал? Костюлька вросла в лед. А, теплую поставил, да? Да. Вон она сколько, ух ты. Это для кошечек. Понятно. Ну и все на этом, да? Все, да. Пошел кормить. Все. Ты уходишь на работу сегодня? Да. Представление закончилось. Ну спаси Христос. Я все равно на тебя пожалуюсь. Скажу, говорят, следи за ним, чтобы не поднимал ничего. Ну-ка вызови. Посмотри, как она сейчас ринется назад. Когда ты вот так открой, и вот стой маленько в сторонку. Вот так, вот сюда. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас. Ну-ка. Что ты делаешь? Володя, не, помоги. Ой, да. Ну что ты делаешь? Да что ты? Сколько можно эту историю? Тихо, кошка выскочила. Домой не пускает даже, во как отбилась от рук. Что, кошечки бегают, да котик тут, ой. А где твоя эта буска? У тебя. А вот что-то ее там нету. Ну, не знаю. Вот они бегают.